кафедра эстрада Джана Лапиня, руководитель молодежного коллектива Краснодарской филармонии «Молодежка» Люда Оксана Петровна, город Краснодар. На сцену приглашается директор Международного фестивального центра «Арт Престиж» Алла Власова. Дорогие друзья, и мы начинаем церемонию награждения. Номинация «Авторская песня». Соло, возрастная группа «Мастер». Диплом дипломанта первой степени награждается Шишкина Вероника, село Дивноморское. И можно, пожалуйста, нам сменить фанфары, как бурные аплодисменты зал. Приветствую на сцене дипломанта первой степени. Номинация «Эстрадный вокал». Соло, возрастная группа «Средняя». Диплом лауреата третьей степени награждается Козырева Вероника, город Ростов-на-Дону. Номинация «Эстрадный вокал». Соло, средняя возрастная группа. Диплом лауреата третьей степени награждается Бартенева Евгения, город Ростов-на-Дону. Номинация «Эстрадный вокал соло», возрастная группа «Старше». Диплом лауреата третьей степени награждается Туринская Екатерина, город Ростов-на-Дону. Номинация «Эстрадный вокал соло», младшая возрастная.